Вот берем мы, вот я как вот маленький кусочек, вот песчинка этого государства, возьмем и перекрываем газ вообще всем, куда он идет. И что они сделают? Ну, попляшут. Один, другой, свое месторождение попробует открыть, другой откупорит, третий. Что делает Европа? Что сделают наши соседи? И дальше что? Мы-то выиграем. У нас Китай и Индия сзади. Нам все равно, ребят, мы большие.